Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. Обзор мультимедийной системе от компании CanBox на базе Android на Nissan Murano второго поколения в записи о первом кузове. Модель H-Line, диагональ экрана 9,5 дюймов и разрешение экрана 2К. Ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает очень аккуратно, без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем. С коншиной автомобиль адаптируется. Проводка под конкретный автомобиль также идет в комплекте с магнитолами. Кнопки на руле все активны. Все это громкость, переключение треков, кнопка Source переключает между всеми источниками. Также работает кнопка Back и ответ и сброс звонка. По клавишам на центральной консоли, к сожалению, не удается подключить их. Работает только регулировка громкости, благодаря вот этой шайбе. И также переключение треков с помощью этих кнопок. Также подключается вот этот блок. Можно управлять громкостью, переключать треки, также переключать треки с помощью вот этих кнопок. И работают клавиши быстрого доступа к радиостанциям. Также на экран полностью выводится информация по климат-контролю. Все дублируется, все работает корректно. Здесь у нас комплектация автомобиля с двумя камерами. Это камера заднего вида. Включается она также автоматически при включении задней передачи. Динамические линии поддерживаются. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки парковочных линий. Здесь вы их можете выставить как удобно именно вам. Боковая камера включается теперь не через кнопку. Нажимаем на... Все пришло в сенсорный вариант. Нажимаем на кнопку камера на экране. И вот открывается боковая камера. На экране отображается информация о подкрытых дверях. Внешние носители можно подключить в USB-порты, которые мы вывели в бардачок автомобиля. Здесь их две штуки, USB Type-A. К тому можете подключить флешки с музыкой, с фильмами. И также еще дополнительно вывели слот под сим-карту для подключения к интернету. То есть вы можете либо раздать интернет со своего мобильного устройства, либо же установить сюда собственную симку. По мультимедии это одно из лучших решений на данный момент на рынке. С самым высоким разрешением, очень производительное железо. Все работает крайне быстро, плавно. Экран достаточно большой, гораздо лучше, конечно же, чем был в штате. И по мультимедийной составляющей также тут гораздо больше возможностей. Есть Play Market для скачивания приложений. Самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор. Есть эквалайзер для настройки звука. А по акустической системе здесь система Bose. Играет достаточно хорошо. Можно подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Также подключить Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. И множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. На данный автомобиль есть различные варианты мультимедиа. Более подробно о них вы можете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!